Внеплановая промывка сетей горячего и холодного водоснабжения прошла в 42 домах первого и второго микрорайонов Одинцова. Она началась 29 января и завершилась 17 февраля. Но качество воды не улучшилось. Это показал опрос жителей, итоги которого подвели на еженедельной планерке в администрации муниципалитета. Поручаю управлению ЖКХ предложить альтернативные меры, методы по улучшению ситуации в этих территориях города Одинцова, пока мы не построим ВЗУ номер один. Это строительство в этом году будет начато. Я уверен, что мы в течение года с этим справимся. Еще один вопрос повестки еженедельного совещания – подготовка к масленичным гуляниям. В Одинцовском округе они пройдут традиционно широко, сразу на нескольких площадках. Предполагается, что в них примут участие более 20 тысяч человек. В нашем округе будут работать сразу несколько крупных площадок. Это парк имени Чехова и парк-отель «Звениград» в городе Звенигороде. Это Одинцовский парк имени Ларисы Лазутиной, парк наш «Раздолье» и Захаровская поляна. Главной праздничной площадкой не только Одинцовского округа, но и Московской области станет Захаровская поляна. Гуляния здесь начнутся 29 февраля в 12 часов. Проводы зимы пройдут под песни Надежды Бабкиной и ее ансамбля «Русская песня». Для всех желающих будут работать мастер-классы, площадки с играми и аттракционами, а также фотозоны. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».